Институт натуротерапии представляет сегодня уникальная премиальная линейка доктора Арсенина. И мы представляем главное предложение дня – спирулина, который нормализует уровень сахара, холестерина, обязательно дарит вам снижение веса, очищает организм от токсинов. Но самое важное – то, что сегодня – первый день после новогодних праздников. Мы, наконец, задумываемся о своем здоровье и задумываемся о желудочно-кишечном тракте, который действительно, ну, пострадал прежде всего за эти новогодние праздники. Мы много кушали, мы объедались, поэтому сегодня мы начинаем здоровый образ жизни. 1299 рублей сегодня уникальный премиальный комплекс. На 3 месяца применения сегодня 200 таблеток. И представляет его наш любимый доктор Сергей Владимирович Арсенин. Врач-хирург, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, автор более 600 рецептур. Вы знаете его и любите. Доктор, скажите, для кого сегодня спирулина? Ой, спирулина практически для всех. Спирулина вообще это цианобактерия. То есть это между водорослью и между бактериями. Спирулина – это суперфуд. Она применяется, если у вас есть проблема с желудочно-кишечным трактом. Вы начинаете пить 4 таблетки, здесь 200 таблеток, спрессованной чистой спирулины. Выпиваете по одной таблетке 4 раза в день. Все, вы забываете, что такое проблема с желудочно-кишечным трактом. Спирулина снижает, достоверно есть данные, плохой холестерин, то есть нормализует обмен веществ. То есть она даже блокирует окисление холестерина в сосудах. То есть тот холестерин, который попал в сосуды, еще там не окислился, не превратился в бляшку, он может выходить наружу. Спирулина содержит фитоцианины. Это самый мощный на данный момент изученный антиоксидант. Потому что когда у нас идет перекись на окисление липидов, образуются свободные радикалы. Именно они вызывают повреждение нашей ДНК, отсюда развитие раковых клеток. И отсюда идет воспаление, отсюда идет развитие старости. Вот спирулина – это великолепное средство для продления вашего организма, вашего здоровья, для восстановления вашего организма. Спирулина обладает мощнейшим антиканцерогенным действием. То есть, если вы будете пить, опять же, 2 грамма спирулины в сутки, это 4 таблетки вот этой спирулины, то есть риск развития всевозможных полипов, если они у вас есть, всевозможных онкологий, всевозможных там эрозий, язв, предраковых заболеваний снижается на 80%. Я лично эту спирулину пью каждый день уже на протяжении 2 месяцев. Спирулина великолепное средство для нормализации работы кишечника, если у вас есть какие-то хронические атонические запоры, которые очень часто бывают в возрасте 70-80+, и вам проблема сходить в туалет, извините, по-большому, спирулина, начинаете ее пить, как по часам начинает работать кишечник. Спирулина – великолепное средство противовоспалительное. Вы знаете, проводили, немецкие ученые проводили исследования, то есть регулярно прием спирулина в течение 2 недель блокирует хронический насморк, то есть вылечивает от хронического насморка. Даже если этот насморк у вас там бывает по полгода, вот полгода у вас нос не дышит, начинаете пить спирулину, у вас насморк проходит. Спирулина содержит вещества, которые повышают концентрацию оксида азота в крови. Оксид азота – это такое вещество, соединение, которое расширяет наши сосуды. И наши сосуды начинают работать по-другому. То есть, если у вас постоянно спазм сосудов, постоянно головные боли, скачущее давление, начинаете принимать спирулину, и у вас нормализуется артериальное давление. И это, опять же, спирулина 100% натуральный продукт. Я уж не говорю, что она и сахар в крови снижает, она и от анемии помогает и повышает иммунитет. Вот это все спирулина. И самое главное, что это водоросль абсолютно натуральная. И сегодня мы получаем с вами уже в стеклянной банке Натурмед. Самый лучший продукт доктора Арсенина. Я хочу сказать, что это премиальная линейка. Вы получаете здесь хорошую качественную спирулину. 200 таблеток, которые вам, во-первых, да, сразу же на 3 месяца применения. Это хороший полноценный курс. И сегодня эта цена 1299 рублей. Кстати, в день премьеры 7 октября абсолютный лидер продаж. За первый час прямого эфира более 2500 курсов, потому что все настроены на здоровье и на результат. Сергей Владимирович, поскольку я долгую жизнь свою провела на Дальнем Востоке, я знаю там Японское море, да, это Тихий океан, это прежде всего водоросли. Вот отец мне еще говорил, спирулина, водоросли, это самое лучшее, потому что любые... Смотрите, вы путаете, есть у нас спирулина, есть...
есть морские водоросли. Это разные вещи. Угу. Спирулина – это такая цианобактерия. Спирулина, знаете, когда, ну как представить, аквариум. Вот у вас зацветает аквариум, превращается в зеленый. Так. Вот это вот пороба спирулина. Спирулина – это не те водоросли, которые бурые, ага, или зеленые водоросли. Конечно, это совсем другая масса. А что нам дает вот эти, вот эта спирулина как вот раз? Эта спирулина, она, ну, масштабно действует на наш организм. Действительно, вы знаете, вот как часто вы едите петрушку, укроп, кинзу, там вот это все. Летом, естественно, а сейчас нет, нам не хватает этой зелени. Вот она, как раз эта зелень, нормализует микрофлору нашего желудочно-кишечного тракта. Нам не хватает вот этой зеленки. И спирулина – это великолепная замена. Прекрасно. Устраняет чувство тяжести после еды. То есть нормализует. То, что сейчас мы кушали новогодние праздники, да, и нарушали как раз-таки наш правильный перевод. Совершенно верно. Если у вас какой-то хронический гастрит, холециста-панкреатит, гастродауденит, вы забудете, что такое изжога через неделю приема этой спирулины. Я лично забыл, у меня постоянно была такая изжога, если я что-то такое не съем, что-то не то. Понимаете, пожалуйста. Если у вас есть какие-то проблемы именно с кальцием, спирулина улучшает усвояемость кальция, является строительным материалом для зубов, для костей, для ваших ногтей, чтобы не выпадали. Спирулина снижает выработку гистамина, и поэтому она обладает мощным противоаллергическим действием. Отлично. То есть, если у вас вот сейчас весной вы будете задыхаться от заноза, начнется цветение, сейчас начинаете применять спирулину. Спирулина хватит на 3 месяца применения. Ну и самое главное, то есть, январь, февраль, март. Повышает иммунитет своего организма сейчас. Совершенно верно. А в другое же время оно повышает иммунитет. Понимаете как? Поэтому если у вас какие-то хронические заболевания, как я уже говорил, да, то есть если хронический насморк, немецкие ученые провели исследование, 2 грамма спирулины именно в день. Никакого воспаления у вас не будет. Вы забудете, что, где, чего у вас было. Так. Это не только насморк. Хронические циститы, пиелонефриты, бронхиты, тонзиллиты, всевозможные там, ну, не знаю, там любые другие бронхиты, воспалительные процессы. Берите спирулину. Самая доступная цена на 3 месяца применения. И еще самое главное, еще и в стекле премиальная коллекция. Не забывайте, сегодня корзина здоровья доктора Арсенина стоимостью 10 тысяч рублей. Мы подарим ее всем телезрителям, кто сделает заказ всего на 2490, позвонит в прямой эфир и оставит отзыв. Поэтому дерзайте, повезет именно вам. Не забывайте, у нас есть витамины для женщин, для мужчин. Абсолютные новинки. Один раз у нас была премьера и топ-продаж лучшей линейки «Натурмед». We'll be right back.